Suzuki 600 кубиков. Звук просто. Добавим ему воздуха, что ли? Зеркала. Ну, я вот после 3 километров я уже привык. Раз, вниз. И смотришь на зеркало. Так, где руль? Рука вот. А я тут 2 километра. Так, первая вниз? Не наоборот? Я говорю, первая вниз, ступление слева. Вот это мне почему-то Yamaha напоминает. R6. Цифры вот эти, видишь, нарисованы? Ну, есть где-то. У него полный бак? О, у него этот уже есть. Ключ нарисованный уже. Векфоршпера есть. Ну, вроде ничего особенного, уже напичканы. Ого. Так, ну ладно. Небольшой такой тест-драйв на мото Suzuki 600 кубиков. Звук просто обалденный какой-то звук. Глушак-то оригинальный. Как бы. Ой-ой-ой. Блин, вот вообще велосипед. Да ладно, вот это вообще, на ручку газа реагирует мгновенно, я бы сказал. Так, я не знаю теперь, что с петличкой, это первый заезд в этом году, всем здравствуйте, 13 февраля. Я сейчас чуть-чуть, конечно, под эмоциями, тут уже провели небольшой тюнинг, поменяли руль, поменяли зеркала. Блин, вот... Вообще он реагирует на малейшее прям открытие какого-то там газа. Хотя, сказал там Макс, у него там что там, 600 кубиков всего лишь. А вот даже если просто от холосты выкручивать, начинаешь газ, он сразу, сразу прям. И это просто шикарная вещь какая-то. Да? На заправку. Так, Suzuki. Я сейчас еще от айфона, конечно, запишу пару кадров. Первый выезд в этом году. Еще нет, хотя... Да, первый выезд, еще и у него все как положено. Сразу видно, что мод стоял в гараже. И, короче, раз он давно стоял, у него воздуха там маловато, 100 пудов. Резина у него еще неплохая. Добавим ему воздуха, что ли? Ты что шипишь? А что ты будешь делать? Ну-ка, не хочет. Возьмем вот эту. Что-то воздух вообще не качается. Что за дела? У одной воздух не работает, у другого чересчур работает. Так, стоять. БМВ стреляет. 2 бара давления есть. Он почему-то не качает, эта штучка. Блин. Даже сейчас 2,3 набил. Ладно, надо искать другую заправку. С этой не вариант. Ну ладно. Вообще, завелся, 5 сек. Красавчик. Слушай, для 600-ки это вообще какой-то... Ну, нереальная какая-то вещь. Он прямо откликивается на малейший выкрут газа, прям... Вообще идеально. Слушай, я поражен. Когда еще мод этот был абсолютно новый, я его видел уже на Suzuki салоне. И была мысля, типа, ну, почему бы и не купить. Но меня удерживало покупки. Мне его фара, вот спереди фара, не нравится. Как она выглядит. Но это чисто такое, вкус. Как известно, вкус у всех индивидуальный. Вот единственное, теперь дико, конечно, вот к зеркалам привык. Хотя, слушай, я вот нагинаюсь, и я вижу в зеркалах все нормально. А вот еще заправка есть, кстати. Если мы на эту заправку заскочим... Блин, слушай, какой звук! Да ладно! Шикардос. Вот есть заправка. Я надеюсь, у нас сейчас здесь будет удача. Надо... Давление в шинах очень важная вещь. Так, давайте нам... Накачаем побольше чуть-чуть. Так, а где у него теперь? Вот он здесь. Так, а что у нас? Что? Вот, залезем. О, там есть куда качать.
показала 2,2 все-таки. Сейчас мы его до 2,8 добьем. Вот сегодня солнечный день, 13 февраля. Чуваки тут горцуют. Приехали! Парни приехали еще на новеньких. Ну и что? Не получается у меня. Так, ну с воздухом уже приятнее выезжать. Так, ну что? Так, ну мы небольшой кружочек дадим. Причина есть на это. Да, и слушай, норм. Поскольку я не хожу не в своем городе, знаю так себе дороги. Ну, главное назад вернуться. Мы ему наберем хотя бы рабочую температуру, мотор, масло нагреем, все это дело, и вернем в гараж. Ну, еще я пару минут записать хотел, и будет все нормально. Вот к зеркалам, конечно, первые две минуты у меня были сомнения, но вот сейчас я вот что-то проехался. Ну, в принципе, удобно. Ну, удобно, но привык, как бы сказать. Опять же, надо привыкать. Смотреть туда. Вот это шикарная штучка. Серьезно, вот серьезно. Вот, вот. У кого есть сомнения для начинающих, кто хочет себе какой-то мод взять и прям, чтобы много денег не отдавать, но ездить все-таки по кайфу, вот, пожалуйста, есть вариант. Я бы, конечно, здесь фару поменял, да, для меня вот эта фара, это прям вообще, а так, в принципе, шикарная вещь, очень даже, очень. Мне прям нравится. Вообще звук, я поражен. Себе даже мог представить такое купить, чтобы вот так вот на работу ездить, потому что у него все-таки звук есть, мод, как он здесь в прямом смысле слова, как вот он должен быть, давать эмоции, он это эмоции есть. Температура 72 градуса, нормально, уже нагреваем потихоньку. Я специально еду тут никуда, не тороплюсь. Вот давление в шинах поднял, ты чувствуешь разницу. Сейчас, конечно, я чувствую, что полный бак бенза, это тоже сказывается на езде, это чувствуется. О, не, мод шикарный, конечно. Слушай, вот для второго мота, вот, чтобы вот прям на работу ездить, я даже себе могу представить. Классная телега. Слушай, звук, вот что сам прикол, у меня сейчас под сиденьем выхлопная труба, как таковой вибрации ты в сиденье таких не получаешь. Так, я вот здесь вот так остановлюсь, пускай он поработает, нагреется. Так, температура 76, нормально. Вот у него вот звук, конечно, сейчас такой есть, я не знаю, как это будет, передаст петличка или нет. Вот, Сузуки. Вот, вот эта фара, конечно, да, вот на что-то классическое, поменять круг, как раньше, да, вообще. А так, конечно, вот у него такое легкое, легкие вот эти вот ржавые места, что для Сузуки это, конечно, боль, но это уже знакомо. У меня на старом ГС 500 там была похожая проблема, ну, потому что хозяин все-таки оставлял мод прямо на улице под дождем, и это сказывается на дальнейшем состояние вот этих вот болтиков, где уже кто-то ключом дотрагивался. Радиатор все работает, все четко, нигде ничего не капает. Мотор вообще сухой, чистенький. Я не знаю, сколько у него на пробег. Тут не высвечивается на экране, может как-то это можно настроить. Я не в курсе, я вообще, не подготовленный к этому. Но факт остается тем... А, тут время показывает, да. А вот, кстати, есть, стоять. Кнопочка. Вот, пробег 18630 километров. Для... Вот у него здесь глушитель, и здесь глушитель.
Да, вот он, что он стоит под, под сидушкой, можно сказать, да, у тебя все равно как таковых вибраций не имеется. Вот это вот прикол. Но мод прикольный, кстати. Вот кто не знает, что себе купить для начального такого, для старта, вот, пожалуйста. Бюджетный японский бегать будет 100%, я не сомневаюсь вообще. Эмоции вызывает, да. Я вот я породил, я все время почему-то считал, что вот глушитель, который вот стоит вот прям под сидушкой, что прям все, ты сидишь как на вибраторе, но нет, он вообще себя спокойно ведет. Звук класс. Так, температура 77 за бортом, нет, не за бортом, температура тасовая в радиаторе. Вот сейчас мы, конечно, у него до 4000 оборотов ничего не происходит, но ты чувствуешь, что после 4 начинает происходить то самое, что нам нужно. Это появляется тяга, соответственно, приходит крутящий момент потихоньку у него по нарастающей, но все-таки кубиков-то 600, как бы. Едем на базу, я говорю, я сильно не буду на нем рассекать, потому что, ну, есть на это причины, просто мне было очень интересно вот прокатиться вот, вот именно вот так. Потом, конечно, сделаем как-нибудь на максовском цеточке, на его моте, проверим, так сказать. Слушай, а вот просто едешь на четвертой, 60, выкручиваешь газ, и уже хоп, уже 80. И ты уже такой, чё? Нет, вот едем, вот вообще. Сейчас еще я, конечно, в шинах воздуха добрал чуть-чуть, но еще стало намного приятнее. Он прям валится махом, в принципе, вот. Его, чтобы завалить, он какой, как мопед такой, да, он как велосипед. Очень легко управляется техника, очень. Конечно, да, вот меньше 4000, так вот, чисто по городу, но я думаю, не знаю, разгон чуть-чуть побольше будет, то уже, наверное, будет все поинтереснее. Прикольная штучка, 100%. Макс сказал, руль новый, ручки новые, зеркала вот эти вот внизу стоят, что новые. Блин, ну на нем ну так удобно ездить, слушай, прям... До того он легок в управлении, это просто что-то с чем-то. Все время, когда едешь на каком-то новом байке, это для тебя какие-то новые эмоции, потому что ты, когда долго ездишь на одном транспорте, ты привыкаешь к этому, соответственно, ты элементарных вещей не замечаешь абсолютно. Так что бандит 600, я не знаю, кто там говорил, ему там мало, это для первого мотоцикла, это вполне реальная тема. Вообще шикарно, шикарно. То есть едет, он делает то, что должен делать. Я думаю, все-таки он и в расход, но в расходе топлива он шибко-то не будет там прожорливым. У меня он там кушал 4,5, 5, ну 5,5. Ну я в этом думаю тоже, если нормально на нем ездить, тоже будет литров 5 выходить, не больше. Ого, даже чуть-чуть отстрельнул. Даже такое бывает. Даже так. Не, кайф. Просто вот, кому что-то такое подобное интересно в плане экономичности, в плане... Сегодня байкеров на дороге прям вообще... Пруд пруди, солнышко вышло, да, то есть никого не волнует, 10 градусов на улице, солнце. У нас очень долго шел дождь, и сейчас как бы никого не интересует, что сейчас там 10 плюс. Ух ты, он даже еще отстреливать получается у него, представляешь? После 6000 самое веселье, прям кайф, кайф. Он отстреливает. Причем я разогнался, я максимум открутил до 7000. Вот это звук.
просто бюджетная 600-ка. Я не думаю, что они дорого стоят в наше время. Ну нет, не, ну кайф, реально, мне нравится. Чисто мое мнение. У него даже получается еще там что-то отстреливать. Это как так-то? Вот это просто. Не, ну звук прям вот. У меня 600-ка была 8 лет с половиной. Я все время хотел спортивный глушитель поставить. Вот здесь как это выглядит вроде оригинально, да? Там, то есть здесь то самое, когда можно ездить в оригинале. Я бы здесь только фару бы спереди поменял бы. Все, теперь он уже все. Начинаешь к нему привыкать после 3 километров. Все, ну просто вот как на велосипеде. Хоп-хоп, самокат. Обалдеть, вот это да, вот чего-чего я не ожидал вот этого мотоцикла вообще, ну, думал, что что-то будет интересное. Технические данные, я сейчас кроме 600 кубиков не знаю, сколько у него лошадей, 70, 90, сколько бы там не было, мне очень нравится, ну, то есть, они веселые, все лыжные конники, что есть. Все это приносит радость, приносит какие-то хоть эмоции, тоже круто. Зеркала. Ну, я вот после 3 километров я уже привык. Раз вниз и смотришь на зеркало. За 3 километра можно привыкнуть. А когда садишься первый раз за руль такой, зеркала внизу, так, ну ничего. Я вот сейчас еду, это для меня уже абсолютно норм. Часто ставят такие зеркала каких-то на зеточках, на... Где еще их ставят на зеркала такие? МТ-хи какие-нибудь. Вот МТ-шка, МТ-07, большинство людей в последнее время прямо от нее прям все вах-вах-вах, какой хороший мотоцикл. Для меня теперь это... Если это оригинальный глушитель, то это прям ништяк, да. Если это оригинальный глушитель, мне прям нравится. Мне еще очень нравится то, что на малейшее движение ручки газа он сразу же отвлекается. То есть у тебя какой-то вот этой паузы нету. Потому что все еще здесь на тросике. Кайф. Нравится. Ездить можно. И вот такой по поворотам вот таскать. То, что начинает мод какие-то отстрелы производить. Я такой, чего? В смысле? Вообще. Ну, сейчас, конечно, вот я уже отвык от записи всех вот этих вот. Зима, пауза, и вот эти все дела. Прикол. Бюджетненький.